Теремок ТВ. Шляпки. Гуди, Бамс, Мако, Том-Том, Кафа. Тикабо. Тикабошечки. Ой-ой. Кто это? Что это? Ух ты! Какая штуковина! Тикабо – это шляпа. Ее носят на голове. Привет! Здравствуйте! Говорящая шляпа! Да, шляпа может многое рассказать о своем хозяине. Давайте ее расспросим. Красивая. Очень красивая. Шляпы нужны не только для красоты. Они защищают от солнца, согревают в холода, не пропускают воду и даже бывают волшебными. Малыши Тикабо, а что будет, если каждый найдет себе по шляпке? Коллекция! Что найти для красоты? Чем укрыться от воды? Шляпа, кепка, каска, колпак. Ой-ой-ой-ой. Гуди тоже нашла шляпку. И зонтик-шляпа. Коллекция готова. Ура! Ура!